Царь небесный, утешитель дух истины, ты везде есть, весь мир наполняешь, сокровищница благ и жизнеподатель, приди, селись в нас и очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наши. Господи, молим Тебя, прибудь с нами в этот вечер, благослови нас на занятия по слову Твоему. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Тебе же славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Маленькое объявление. Наши приехали в Потеряевку, Леной, и застряли там где-то, просили помолиться. Они еще не доехали, уже там съемки запрещать, и все начинают, старобрядцы там начинают бал водить. Вот об этом помолитесь, чтобы как-то Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второе послание Иоанна, 1 глава, 8-9 стихи. Наблюдайте за собою, чтобы вам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Толкование. Заповедует тем, кому пишет остерегаться людей, отвергающих оба пришествия Господня. Представляет и причину именно то, чтобы, приставший к ним, вам не потерять того, что вы сделали, но получить полную награду. Иной из такого рода людей, быть может, скажет: «Если я не верую в пришествие Христова во плоти, но веду жизнь в добрых делах, уже ли с этими делами не могу стать вместе с благочестивыми? Уже ли не могу получить награды за свои дела?» Апостол вперед уничтожает такое возражение. Он говорит: кто отвергает пришествие Христа во плоти, тот пусть и не думает ни о получении полного воздаяния за дела, какое предлежит истинно верующим, ни о причтении себя к совершенно благочестивым. Напротив, всякий, приступающий заповедь Его, то есть Христа, пришедшего во плоти, и не пребывающий в учении Его, не имеет Бога. Ибо если на того, кто пришел научить людей совершенному богопознанию, смотрит с пренебрежением, то как может быть еще благочестивым, когда презирает самого учителя? Нет, такой человек безбожник, равно как тот, кто тверд в учении Христовом, есть Божий и боголюбезен, и имеет в себе всю полноту Божества, то есть Отца и Сына и Святого Духа. Ибо Христос учит об Отце, когда говорит: «Все, что имеет Отец, есть Мое». Евангелие от Иоанна 16:15. Во многих местах учит о себе самом и об Отце, что говорит, что один Отец, а другой Сын. Учит о Духе, когда говорит: «Дух Святый, который от Отца исходит». Евангелие от Иоанна 15:26.
Еще яснее, когда говорит, крестя их во имя Отца и Согласен, я тоже люблю слушать и читать. Видно? Да, видно, видно. Хорошо. Так, вопросы по прочитанному. Вот у меня вопрос к Рахиль у нас здесь, она была свидетельницей Иеговы. И там как раз учат, что
не верят в Троицу, в Триединство, Отца и Сына и Святого Духа. И вот мне, и вот Игнат Тихонович говорил, что вот из этого, из этой ереси, или как это можно так назвать, но это же учение, лжеучение, человека переубедить очень-очень сложно, практически невозможно, это единицы. Вот. И хотелось бы спросить у сестры, на чем ее Господь поймал, почему она вот раньше верила так, как учили свидетели Иеговы, а потом поверила вот в Троицу. Можешь вспомнить, Рахиль? Тебя видно, но не слышно. Сейчас я тебе... Вот сейчас говори. Нет, не слышно, да что ты. Вчера слышно было хорошо, сегодня. Но у тебя микрофон включен, вот сейчас вот выключен, пишет. Сейчас включен. И тебя не слышно почему-то. Ладно. Тогда ладно. Ну, можешь написать, если получится, в чате, что именно тебя вот как убедило, что ли, отвергнуться этого лжеучения. Вопросы по прочитанному есть? Если нет, то давайте идем дальше. Второе послание Иоанна, 1 глава, с 10 по 13 стихи. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствую тебя, дети сестры твоей избранной. Аминь. Толкование. Тех, кому пишет послание, апостол предостерегает, чтобы они, приходящего к ним без исповедания учения Христова, не только не принимали под кров свой, но и не удостаивали приветствия, потому что приветствие от нас должно быть делаемо только тем, кои единонравны и единоверны с нами. Ибо кому мы должны молить благополучие, как не единонравным и единоверным с нами? Если же будем приветствовать нечестивых, что прилично только в отношении к единонравным и единоверным, то этим показываем, что мы в общении с ними, и что они уже увлекли нас в свое нечестие. Причиной, почему настоящее и следующее за ним послание изложены кратко, апостол поставляет то, что надеется прийти сам, при личном свидании восполнить недостающее. Некоторые на основании этих слов думают утверждать, что послание сие написано не к женщине, а к церкви. С тем, кто так думает, я нисколько не спорю. Вопросы? Неужели все понятно и все согласны, и никто не здоровается с людьми неверующими? Да, можно мне задать вопрос? Я вот хотела... Конечно. Так. Вот у меня подруга, мы уже больше 30 лет с ней дружим, ну, заходит она ко мне, она пятидесятницей стала. Ну, она не несет мне никакого учения. Я не должна с ней здороваться, не пускать в дом, или как?
Так, в конце, вы сказали, она не несет никакого учения? Она, да, она пятидесятница, но она мне ничего не говорит там про свое, там, чтобы доказывала что-то там или что. Ну, просто как вот раньше мы были друзьями, так друзьями и остаемся. Я не должна ее пускать в дом и здороваться с ней, или как? Понятно, вопрос. Хорошо. Здесь написано так. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. То есть человек, который приходит к вам в дом, ну, как апостол Иоанн пишет, он пишет церкви, не принимайте в дом. То есть он, она должна, подруга ваша или кто-то там, приносить учение Христова. Ну, так написано. Но на деле-то, ну, понятно, у нас друзья неверующие, у меня в том числе, мы общаемся, приезжают в гости. В общем, они не приносят учения Христова, они его не знают. Вот, они не могут его приносить, потому что они не знают его. С кем-то я общаюсь, кому-то я это не учение несу, как могу. Вот. Тут надо, думаю, разбирать смысл, что нам толкователь хочет сказать, как, что имеется в виду. То есть смысл, что если мы будем приветствовать, то мы будем разделять их нечестие. Вот видите, что они уже увлекли нас в свое нечестие. То есть, ну, вы ее нечестием не увлекаетесь, то есть, как бы, ну, не знаю. Ну вот, помнится, Игнат Тихонович на эту тему говорил. То есть он, когда уверовал, он со всеми прям, ну, порвал отношения, даже с родственниками по плоти. Вот. У вас фамилия-то Лапкина. Игнатий Тихонович один, наверное, на всем белом свете такой. Я не думаю, что каждый так не принимает. У кого-то родственники неверующие, у кого-то что-то. Мне вот это тоже непонятно. Это грехом вот считается, если неверующий кто-то зашел? Или вот она пятидесятница, но она мне ничего не навязывает. Вот. Вот. Ну вот согласно написанному, тут дело не в том, что она вам ничего не навязывает. Тут написано, что не пускать ее, если она не согласна с вашим учением. То есть написано, кто приходит к вам и не приносит сего учения. Ну, сего — это значит этого учения, то есть истинного учения, православного учения. Учение о том, что Троица единосущная, мы впереди. Вот учение о Троице. Вот, а Троицу? Она в Троицу верит, потому что пятидесятники, они верят. Вот это от них уже, когда откололись свидетели Иеговы, они в Троицу не верят. Пятидесятники верят в Троицу. Так что если рассматривать относительно догмата Отца и Сына и Святого Духа, то здесь вы не согрешаете против этого. Спаси Христос, Сергей. Вот, я так думаю. Вот. Но тут как бы можно еще вот какая мысль у меня возникла. То есть не принимайте в дом. Что значит принимать в дом? Вот. Может быть, имеется в виду, ну, принимать на какое-то длительное время. Ну, например, человеку негде жить. Вот. Вы знаете, что он неверующий. Ну, как его в дом пустишь-то? То есть он атеист, он, ну, как с таким жить? Может быть, это имеется в виду? Ну, тут тоже вопрос спорный. Тут написано, а как же тогда приветствующий его,
участвует в злых делах его. То есть, естественно, что он, если он неверующий, то ну, он злодей, он, потому что он не верит, что за злые дела будет ему воздаяние. Страха Божия нет, он обязательно эти злые дела будет делать. Он или блудить будет, тайно или открыто. У меня был такой. То есть он верил в Троицу, вот, студент, но вот он блудил. И я просто попросил его уйти, и все, ты говорю, или прекращай это. Он и в храм ходил, как бы, и молились мы вместе, и он верил в Троицу, но злые дела делал. Вот. Мне пришлось с ним, значит, расстаться. Может быть, это имеется в виду, но хотя тут вот именно приветствие. Что значит приветствие? У нас в русском языке мы здороваемся, то есть мы желаем здоровья. От Игнатия Тихоновича я всегда слышал, грешнику не нужно здоровье. А тот, кто не верит в Троицу, он грешит этим своим неверием. Ему здоровье не нужно, ему как раз нужна болезнь, как мне когда-то, я тоже не верил в Бога. И через болезнь меня Господь нашел. Я начал задумываться, что дальше? Лопух на могиле и все, или все-таки вот, ну, бабушка же мне рассказывала, что вот плохие люди распяли Христа, а он воскрес. А раз он воскрес, то может быть и есть жизнь после смерти. Вот. И в 30 лет, когда вот со мной случилось онкологическое заболевание, я стал задумываться. Стал задавать эти вопросы и вот нашел так Бога через занятия. Еще вопросы? Может быть, у кого-то есть на сей счет какое-то свое, как бы. А не об этом ли говорится, что христиане должны собираться, ну вот, например, у меня друг сектант, и он все время пытается со мной поговорить о Христе, но и замечаем, мы можем там до 4 утра разговаривать, но все сводится к земному. Вот, а здесь говорится о том, что христиане, приходя друг к другу, должны как бы говорить о истинной вере, о Христе. Не об этом. Ну, я еще раз говорю, ну вот давайте вникнем в вот все, что здесь все-таки действительно написано, что кто приходит к вам, ну, в дом, тут понятно, и не приносит всего учения, то есть он не разделяет ваши взгляды, и вы об этом прекрасно знаете. Так, а вот я об этом и говорю, что я пришел к выводу, что мне его даже, я не общаться, не в дом пускать, не здороваться, то есть смысла нету, потому что он все время меня обличает, там говорит, что вот православные такие-то. То есть получается, что и не нужно. А с тем, кто приходит с истинной верой, с тем и нужно беседовать, и встречать, и говорить. Да, написано, еретика после первого и второго вразумления отвращайся. Вот, они еретики. Вот, но вот после первого и второго вразумления, то есть ты его вразумил, то есть в чем разница его учение, он кто? Тоже пятидесятник? Да я даже не знаю, это церковь, ну, что-то типа того, Московская церковь Христа, вот, американская, американец придумал. Так получается, что я согрешаю, когда с ним беседую. Ну, типа протестантов, да. Получается, что я согрешаю, когда с ним вступаю в беседу в такую. Ну вот давайте посчитаем еще вот из экзегета. Комментарий к Библии. Святые отцы, учителя церкви, толкования. Сайта экзегет.ру. Климент Александрийский. Так. Кто приходит к вам, и сего учения не приносит, не приемлете его в дом, и радуйтесь, а ему не глаголите. Глаголя бо ему радуйтесь, сообщается его делам злым. По церковнославянски. Но неужели трудно
Таковых запрещено приветствовать и оказывать гостеприимство. Ну, здесь уже вот гостеприимство. Вот. Это в данном случае не является бесчеловечным. То есть, ну, всегда же Христос говорил, ревнуйте о странноприимстве. Вот, ну как? Это в данном случае не является бесчеловечным. Двоеточие. Апостол увещевает и не искать, и не состязаться с таковыми тем, которые не в силах умозрительным путем обсуждать божественное, чтобы через них они не были отвлечены от учения истины под влиянием доводов, похожих на истинное. Я же полагаю, что не должно и молиться с таковыми, потому что после того, как от имеющего молиться вызвано приветствие, молитва, которая совершается в доме, заключает в себе выражение радости и мира. Ипотипос и Тертуллиан, хотя нам и следует искать теперь и всегда, но где должно искать? У еретиков, где все чуждо и враждебно нашей истине, с которым нам запрещено и подходить, вот, и еще о предписаниях против еретиков. Это отлучение в Новом Завете, чтобы от стола, мессы и общения в доме церкви отделялся неверующий. Вот, у нас даже в церкви, когда идет божественная литургия, оглашенные изыдите, то есть люди, которые еще неверные, они уходят. То есть с этим еще может быть даже сравнение какое-то быть. Ну, даже гнушаться одежды, там написано, там, если блудник какой-то, то даже одежды его гнушаетесь. Вот, дружба с миром есть вражда против Бога. Еще одно есть место Писания. Вот, и, то есть мы участвуем в злых делах его, то есть мы его приветствуем, мы там с ним улыбаемся, мы желаем ему блага, здоровья, а он не верит в Святую Троицу. Ладно, мы оставим этот вопрос, потом еще Игнат Тихонович освободится, мы у него спросим, как себя вести с неверующим. Потому что одно время, я знаю, было у него так, ключи лежали и свободно могли заходить любой, кто хочет в его дом. Он рядом с вокзалом жил, и там были, вот, видимо, такие люди, которым нужно было временное там. А верующие, они неверующие, то поди, разберись. Вот. Но там он, видимо, тогда не знал, что это конкретно неверующий. Если бы он знал, то тогда, может быть, и не пускал бы. Вот. Игнат Тихонович, вы с нами? Да. Вот, тут вопрос, как раз мы проходили, что кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. То есть, сестра Татьяна задала вопрос, что вот ко ней приходит подруга, пятидесятница, но она свое учение не приносит никакого. Вот я, если ее в дом принимаю, приглашаю, я тем самым согрешаю. Ну, ты считай снова, вернись. Кто приходит к вам и не приносит всего учения,
Так, того не принимайте. Так, довольно. Всего, то есть этого учения какого? Православного, так скажем. Где тут православного? Покажи, где написано? Ну, учение о Святой Троице. Вот об этом, о пятидесятнике признают Святую Троицу. Так что она права. Так. Ну, значит, я, сестра, правильно объяснил. То есть нету греха в том, что вы ее принимаете. Если бы она была свидетельницей Иеговы, ну тогда вот, как один священник говорит, там, говорит, свидетели Иеговы пришли, говорит, гоните их шею. Вот. А ко мне приходили, я их принимал, вот, и я их обличал, и ихнее учение, они не приняли, но во всяком случае я вразумление еретику сделал, потому что после первого и второго вразумления еретика отвращается. То есть они сказали, что они еретики. Вот. Я... Тут смысл такой, что если вы приветствуете, то вы ну, как бы разделяете его неверие. А я пустил, я пустил не для того, чтобы участвовать в их неверии, в их злых делах, а для того, чтобы на их увещевать, увестить. Вот, и вы свою пятидесятницу должны все-таки увещевать, чтобы она, ну, то, что она в Троицу верит, это хорошо, но она священство отвергает, а это плохо. Вот. Я немножко скажу здесь. Когда мы молчим и говорим, они ходят в гости. А начните говорить поистине. Их заблуждение разбирать-то. Ее и след простынет. Вот встречаются у меня мусульмане, говоришь, как только начинаешь показывать их самый главный недостаток, что они не признают Христа распятого воскресшего, он мгновенно выключает, и его нету. А разговаривали нормально, все по-хорошему. Принимайте, не просто не принимайте, ты тут глубже, чтобы ты не заразился. А если ты твердо стоишь где-то, это же не правило какое-то, что ему нельзя. Допустим, я дружу с мусульманкой, они оказались в наших краях, мы у них были, ночевали. Я не их учение несу. Они здесь были, среди зимы проезжают, и никого нет, я один живу, и мне нельзя принять. Это же неправильно. В храм нельзя заводить скотину, но канон говорит, что если была пурга, где-то в горах, другое нету ничего, свободно лошадь заведи прямо в храм, чтобы она не погибла. Так она может там этой запачкать, что не имеет значения. Любовь превыше всего. Так и здесь. Дом не принимайте. Отлично. Так, отошел. Да. Лена Гладыщук, застряли. Вот сообщение пришло в группу «Молитвенная поддержка». Просто фотография, что дверка открыта, дорога, конечно, ужасная. Да. Поэтому тут вздохните, чтобы им как-то там или вернуться уже, ну, я думаю, не проехать там совершенно. Так, ну что, продолжим. Ну, в принципе, разобрались. Вот, посмотрите, какая дорога. Ну, ясно, что тут тяжело. Тут на УАЗике то не проедешь. Сейчас у нас дождь идет, но там вроде дорога сухо. Ой, помоги им, Господи, сохрани и помилуй.
Так. Третье послание апостола Иоанна. Первая глава, первый, второй стих. Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Толкование. Поистине любит тот, кто любит по Господе. Апостол пишет это послание с целью воздать похвалу некоторым братьям. Пишет Гаю, о котором свидетельствует, что он принимает много странников и зато воздает ему великую похвалу. Ибо кто делает добро, тот говорит от Бога. Стих 11. Еще более поощряет его тем, что не одобряет Диотрефа, который не хочет так поступать. Хвалит Димитрия, который поступает так же, как Гаи, и дает верное свидетельство о его добродетели. Как преуспевает душа твоя, а преуспевает она в жизни по Евангелию. Надо же, только что перед этим прочитали, чтобы не приветствовали, в дом не принимали. А здесь похвала Гаю, что в дом принимает. Вот пойди разберись, принимать, не принимать, смотря кого. Вот в этом и весь сказ. Смотря кого принимать и с какую целью. То есть человек может называть себя верующим, а пригласил соседа, взяли чекушку, распили, раз, распили, два. Ну, я же люблю соседа, он у меня такой хороший, добрый, помогает мне во всем. Вот глядишь, и нет брата в церкви, а где? Ну, все, помолитесь, я заболел. Чем заболел? Ну вот чем. Зеленые змеи проглотил. Вот доприветствовался он братца своего или соседа кого-то. Вот что имеется в виду. А если бы он учение его приносил, так о каком пьянстве бы речь бы шла? Ни о каком, они бы сидели вместе, Библию читали бы, разбирали бы Писание, как мы сейчас это делаем. Вот. То есть сейчас бы к нам бы в Skype бы постучался бы какой-нибудь безбожник и давай бы проповедовать атеизм. Я бы выгнал бы его, заблокировал бы его и все. А зачем? У нас были такие или еретики. Сколько я уже повыгоняли бы. Вот в этом отношении мы не приветствуем никого. Хотя они ходили тут, как бы слушали. Ну а когда выяснилось, что они не разделяют нашего учения, тогда их пришлось заблокировать, прогнать. Да, вот Сергей, правильно, не просто не разделяют, они учить начинают, то есть они начинают свою ересь вот, проталкивать. Вот. То, что вот сестра Татьяна сказала, что Пятидесятница к ней приходит и ничему ее не учит, и та в ответ ничему не учит, ну плохо, и с той, и с другой стороны. То есть, ну, мирские какие-то дела. У меня вот все друзья, с которыми я общаюсь, все знают, что я верующий. Я всем рассказываю о Христе, о своей вере. То есть, ну, естественно, они не принимают, потому что, ну, не верят. Это свобода на выбор. Но я сказал, нет греха на мне. То есть, приняли, не приняли, мне нет в обязанности убеждать. Мое дело свидетельствовать. А примет, не примет, зайдет, не взойдет, не от меня зависит, но от Бога. Семя брошено, там. Ну вот на что хотелось бы определить место, которого я люблю поистине. Поистине, вот здесь не просто написано, которого я люблю. А вот любить поистине, толкователь нам говорит, что... Если есть истинная любовь, то есть любовь и ложная. Что такое любовь? Давайте вспомним. Согласно Библии. Кто помнит? Отвечайте. Любовь есть, ну,
Смелее. 15 человек, ни один не знает. Ну, поактивнее, давайте. Исполнение заповедей Божьих. Любовь есть исполнение закона, да, исполнение заповедей. Вот она что такое, любовь. Ну, то есть человек, если не соблюдает заповеди, то ни о какой любви и речи нет. Что, может быть, помолиться сейчас, Игнатий Тихонович, помолитесь о братьях наших. Вы прислали фотокарточку, что застряли, дорога-то вообще никакая. Помолитесь, пожалуйста, кратко. Боже, милостью будь мне грешен. Создавай мне, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Любящий наш Отец Небесный, мы просим Тебя, услыши наши молитвы о братьях и сестрах, где они есть. Поспешествуй им. Доведи их до желаемой пристани. Тебе слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Да. Аминь. Тут только вот какие-то, ну, ужас, не дорога, конечно. Хотя рядом вот нормально, они куда-то вот съехали, видно. Ой. Не знаю, у нас сейчас в Барнауле дождь прошел там. Как там они бедные. То есть, если есть любовь поистине, то есть и любовь не поистине. Плотская любовь. Вот. Ну, пример такой плотской любви вот, оказал ее апостол Петр, когда отговаривал Христа пойти на первую, на смертную казнь. И Христос... Что ему сказал? Отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн. Вот. Родители многие своих детей плотской любовью любят. Какой? Ешь больше, спи дольше. Это не истинная любовь. Любовь плотская, животная. Вот. А истинная любовь, это вот... Кто рано встает, тому Бог дает, в поте лица будешь есть хлеб свой. То есть приучать ребенка к труду, чтобы он был трудолюбивый, чтобы вырос труженик, а не дармоед. Вот, чтобы Бога любил, молился, а не спал до обеда. Вот. То есть вот у меня бабушка, помню, верующая была, но я в деревне маленький, когда был, спал, помню, до 11, до 12, никто меня не будил. То есть любили они меня? Истинной любовью, да нет, конечно, хотя бабушка верующая, а вот этого не знала, то есть вера у нее была такая, как бабушкина вера, не евангельская. А Евангелие было у нее, ну, на церковно-славянском языке, что она по-русски-то писала через пень-колоду, а по-церковно-славянски-то вообще ничего не понимала, наверное. Но как могла, о Христе мне рассказалось, я помню этот момент. Но я тогда не уверовал, тоже я это... Я просто помню, что плохие люди распяли Христа, вот это вот мне запало в детскую душу. Я еще так себе сказал, что я никогда не буду плохим человеком, а потом им стал все равно, потому что вера-то не пришла через это. Слово Божие не смогла бабушка в меня вселить. В детстве. Поэтому Игнатий Тихонович называет это бабушкина вера, то есть не истинная. Ну, ходила в храм, молилась, свечки ставила. Сейчас 80% таких православных, вера не евангельская. Третье послание Иоанна, 1-3 стих. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине».
То есть вот, в истине опять второй раз. Там вот истине и здесь истине. Толкование. В истине ходит тот, кто ходит по простоте евангельской. Вот Евангелие, вот единственный ответ строительный. То есть, сверяться нужно с Евангелием. Под словом «ходить» нужно разуметь не передвижение стоп, ибо такое переступательное с места на место движение свойственно всякому животному, имеющему ноги, но стройное и целомудрие приспияние в душевных стремлениях, которого достигают немногие из тех, которые имеют разум. То есть ходить в истине – это значит, ну, вот такие душевные стремления, помышляйте о горнем, а не о земном, то есть о небесном, о небе, о Боге. Вот. И вот он радуется, пишет и радуется. Радуется его верности, верности учению. Вот, в первую, то есть в истинном учении находится брат. Вот. К нему братья пришли и вот рассказали о нем, об этом Гае, я так понимаю, да? Апостолу Иоанну. 3 Иоанна, 1 глава, 4-9 стихи. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Я писал в церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас». Толкование. «Принимать» употреблено вместо «занимать», «захватывать». Этим апостол научает нас не выжидать прихода к нам нуждающихся, но самим бежать к ним навстречу и упрашивать их к себе, как поступали Авраам и Лот. Об этом вот читаем Бытие, 18 глава, 2-3 стихи. Давайте откроем. «Он возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли, и сказал: Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Вот и опять, то есть во втором послании написано: «Не приветствуйте никого», но... Еще раз говорю, никого не приветствуйте, кто не приносит всего учения. Тут владыка пришел в виде трех ангелов. И вот к таких людей нужно искать и приглашать к себе домой. Вот. Чем вот мы в интернете и занимаемся. То есть приглашайте нас на наши ресурсы, делайте репосты. Сейчас начитываем вопросы-ответы. Вот. Люди интересуются, и через вот это вот евангельская сеть, в эту сеть вот рыба может и попасться. Ну и вот еще также написано вот в 19 главе, 1-2 стих, тоже об этом приветствии. Сейчас. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворота дома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их и поклониться лицем до земли. И сказал: Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдите в путь свой. Но они сказали: Нет, мы ночуем на улице». Вот. Казалось бы, противоречие с тем, что мы вот второе послание читаем. Нет никакого противоречия. Еще раз говорю, смотря кого.
Вот, если брат Виктор, путешествующий, тоже помолится: Господи, сохрани его в пути, пошли ангела мирного хранителя. Вот написано: для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Напротив, если читаете, для меня нет большего горя, как слышать, что дети мои ходят в неверие или в ересь какую-то впали, или в секту, не дай бог, значит, вот. Не в истине. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. То есть нужно скорбеть об этом всегда. И когда человек веровал, потерпел кораблекрушение в вере, ну прям, не знаю, у кого как, но у меня были такие моменты. Слезы просто льются, и все, жалко человека. Ты искренне веришь, что душа его не унаследует Царствие Небесное. А ничего поделать не сможешь, не можешь. То есть увещеваешь, а человек уперся. И вот свободная воля — это самый страшный дар от Бога, что человек свободен в выборе между грехом и праведностью, между нечестием и истиной. Третье послание Иоанна, 1 глава, 10 стих. «Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает». То вот о диатрефе речь идет, который не принимает их, высокомерные. «Понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Толкование. «Если запрещено воздавать злом за зло», Римлянам 12:7, то как объяснить настоящую угрозу апостола? Отвечаем. Заповедь говорит о невоздаянии злом за зло тому, кто грешит против нас. А дальше жирным и подчеркнуто. А когда грех против нас причиняет вред и вере, то совершающего такой грех должно наказывать. Как и Павел навел зло на Илиму, совращающего с путей Господних. Давайте вспомним, это книга Деяний, 13 глава, с 8 по 11 стих. А Илима волк, ибо то, значит, имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл же, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Макаров Виктор, хотели что-то сказать? Я вам отключаю микрофон, что звуки у вас какие-то. Вот. А как же написано: с еретиками кротко обращайтесь там. А здесь вот такое вот его. Не просто там его обозвал, а ослепил. Ну и что ответят нам
товарищи любвисты, которые вот все, вот им любовь они ищут везде друг в друге, чтобы их любили, чтобы все друг друга любили. Вот. Ничего никому не скажи. Это вот, я думаю, это просто обидчивые люди, у которых свое «я» не умерло, и которые не переносят обличения в свой адрес. И они, вместо того, чтобы исправляться, вот, говорят, приводят место писания, либо там «не судите, да не судимы будете», или вот там, что с еретиками нужно обращаться кротко, там, имейте любовь друг к другу. А здесь вот деяние Савл написано. Дальше. Исполненный Духом Святым, устремив на него взор, ну какой ласковый взор, с любовью он это говорил. То есть с кротостью. Ну, вот, ну, попробуйте, вот ему недавно, то есть что-то разбирали, и я говорю, вот этот стих попробуйте вот с любовью сказать. И вот нам толкователь-то и прямо говорит, что когда грех против нас причиняет вред и вере, и вере, то есть вера, то есть вред вере, то есть он вред наносит. А чем он наносил вред этот волх? Он проконсула отвращал от истины. Что он говорил? Не верь, все они врут, там сказки рассказывают. Никакой там Христос не воскрес, его... Ну, не знаю, как он отвращал, но я предполагаю, что его украли. Вот. Свои же, он не воскрес, он мертвый, не верь этому учению. Это назарейская ересь, они прям так ее называли, то есть назарейская ересь. Вопросы по прочитанному есть? Так, давайте тогда вопросы к Игнатию Тихоновичу, у кого есть. Алло, алло. Мир вам. Игнатий Тихонович, да. У меня вопрос немножечко как бы не по теме, но довольно серьезный. Тут получилась ситуация такая. Значит, я утром, когда иду на работу, кормлю голубей. И у меня в кулечке семечки были. Короче, я давал, потом осталось там немножечко. У меня этот кулечек выпадает, попадает голубю на голову. Ну, я думал, может быть, он там, ну, в сторону как-то. Он, короче, вертикально поднимается, этот кулечек сползает ему, и как вот между крыльями, короче, как торба висит. Ну, там семечек немного, кулечек, правда, небольшой, не такой, ну, как вот маечка есть называется, а маленький такой кулечек. Ну, вот он испугался, я к нему подходить, он вроде сидел, я гуля-гуля-гуля, он... Потом улетел, ну, не знаю, что теперь будет, как вот в такой ситуации. Вы хотите, невольно... чтобы я сказал, что дальше будет? Ну да, может пропасть. Ну, это вопрос-то какой? Время оттягиваете, что смеяться-то? Что это за вопрос? Голубь кормил семечки ни к селу, ни к городу. Не надо это. Мы же занимаемся спасением души, а не голуби. Эти голубей-то там миллионы летают, пропадают и... под машину попадают. Вот что теперь с ним будет? Ну вот где его найти? Дать знать МВД, чтобы занялись, КГБ, ну, нашли. Не, ну надо как-то искать, там называется, да. Спецназ, Альфа, Омега, всех собрать. Найти этого голубя. И извиниться перед ним. И мешок семечек принеси. Ну я им семечки каждое утро приношу. Они ну все, да, вопрос больше. Второй давай. Все. Да, вот это один вопрос такой вот. Что? У меня. Я просто мне на душе как-то не очень спокойно, видите, ну, это я переживаю. Фильм показали и все. Ну что смеяться-то? Давай, Сережа, узнавай, кому надо что. Извините.
Другие вопросы, более духовные. Более. Как будто духовно, но поболее. Это очень духовно. Это насмешка. Фига в кармане. Понятно, да. Я сиронизировал. Вопрос. Какую Библию читать католикам? У нас Библия синодальный перевод, а им какой? И каких авторов можно им посоветовать во спасение души? Ну, эти католики по-русски понимают или не понимают, вопрос-то идет, вот о чем. Если они понимают по-своему, там по-латински считают, ну, конечно, Иеронима Стридонского. Ну, как Библия Джеймса Якова. Так и здесь. А если они по-русски говорят, да другого и нету. Католики издают брюссельское издание, синодальный перевод. Католики не переводят сами Библию. Они берут наши синодальные, как баптисты не переводят, пятидесятники, адвентисты. И коммунисты этой же Библией пользовались. Вот и посоветуйте, что ему считать. Сначала пусть узнает смысл Священного Писания, покаяться. Какие ему книги-то считать? Ну, пишет, что не понимают они.
не русский, примирив с собою нас, оскорбивших его, через Сына Своего Иисуса Христа. Любовь, потому что единородный Сын Божий предал Себя на смерть за нас по любви к нам. Итак, апостол молит, чтобы дары эти были у верующих в избытке. Подобно как и Давид взывает ко Господу: «Продли милость свою к знающим Тебя». Псалом 35:11. Побуждаемые этими спасительными примерами, и мы при нелицемерном расположении к ближнему своему должны жить достойно призвавшего нас.